На самом деле, а какие могут быть санкции вообще против нас? Да, ну смешно. Пойди, купи леску японскую. В санкции вроде не было на леску. Поймай рыбу. Пойди в лес, собери грибы. Посади помидоры, огурцы и картошку. Вот тебе и все. Да мы так всегда жили. Всегда нас боялись, и сейчас это начинается опять. Ну пусть все боятся, да ради бога. А мы-то сами по себе, мы лесные жители, мы выживем все равно. Я вот на охоту хожу, рыбачу, и мне иногда достаточно того, что у меня в холодильнике лежит. Поэтому, да все мы так можем выжить. И все это фигня полная, санкции ваши.